Кематеряуской области Серик Шапкенов с рабочим визитом посетил Ташшагильский сельский округ Кызылкагинского района. Глава региона ознакомился со строительством Дома культуры на 300 мест в селе Ташшагыл. Строительство врачебной амбулатории по типовому проекту в селе Ташшагыл планируется начать в следующем году. Объект, строительство которого началось в июле 2020 года, завершен на 70%. Подрядная организация ТО «Корпорация Акордасе». К слову, касательно качества строительства, к подрядчику есть ряд вопросов. Строительство Дома культуры планируется завершить до конца текущего года. По словам специалистов, работы еще много. При несвоевременном выполнении обязательств договор с подрядчиком необходимо расторгнуть. Подобные проекты важно реализовывать организациям, которые готовы делать вовремя и качественно. Я дал поручение областному управлению строительства. С завтрашнего дня будет проведен тщательный анализ. Строительство необходимо завершить своевременно. Этот вопрос я возьму под свой непосредственный контроль. Также глава региона посетил Ташшагильскую врачебную амбулаторию. Сданное в эксплуатацию в 1985 году, двухэтажное здание было капитально отремонтировано в 2006 году. Учреждение общей площадью 692,4 квадратных метра с пустующим верхним этажом сегодня нуждается в реконструкции. Для работ по капитальному ремонту разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла государственную экспертизу. Мы должны обеспечить порядок и прозрачность в своей работе. Необходимо сдерживать все обещания, данные населению. Мы обязаны находить решения, потому что важно, чтобы отношения между властью и народом строились на доверительной основе. До приезда сюда я ознакомился с работой врачебной амбулатории. Считаю, что здесь должна быть построена врачебная амбулатория по новому типовому проекту. Соответствующее поручение было дано областному управлению строительства. Строительство врачебной амбулатории по типовому проекту планируется начать в следующем году. А пустующее здание будет реконструировано и использовано в качестве детского образовательного центра для эффективного времяпровождения детей. В Ташшагильском сельском округе проживает 1856 человек. Здесь есть одна средняя школа, один детский сад, одна врачебная амбулатория, один медицинский пункт, дом культуры, один полицейский участок и 26 крестьянских хозяйств. Нурсултан Нурсеид, Эмма Зайнуллина, телеканал Атырау.